Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму, і Інуся вже знаходиться зараз на диванчику, і я готовий представити гостей. Наталія Жело, автор проєкту фестивалю конкурсу «Золота струна», та Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії. Вітаємо вас. Неспроста ви сьогодні до нас прийшли, будемо говорити про конкурс фестиваль «Золота струна». Не вперше він проходить у Миколаївщині, вже багато історій у цього конкурсу. Да, конкурс, собственно, фестиваль начался 8 лет назад, и первые несколько мероприятий они проходили как фестиваль с целью популяризации исполнительства на народных инструментах и вообще классического и народного исполнительства. И впоследствии, приобретая все больше и больше интерес участников, возникла идея проводить это как конкурс, потому что просто выступить, поиграть, это, конечно, интересно, но дух соревновательности у музыкантов тоже присутствует. Поэтому и сами участники фестивалей предложили проводить это как конкурс, и вот уже 4 года... Захотелось еще и призовых мест для себя. Ну, а как же? То есть каждый же хочет понять, на каком он уровне находится, потому что... Одно дело играть для себя, а другое, когда человек видит перспективу, куда еще можно расти. Конкурс будет проходить не в один день, он имеет много разных номинаций, хотелось бы про это детальнее. Ну да, на самом деле мы проводили раньше прослушивание всех конкурсантов двумя составами жюри. Было отдельно жюри для ансамбля и оркестров, и второе жюри прослушивало всех солистов. Но в связи с тем, что солистов становится все больше и больше, и физически их прослушать в один день или в два дня даже очень сложно, поэтому разделили по категориям, по инструментам. Баянистов будут слушать баянисты, гитаристов – гитаристы, бандуристов. Да, поэтому этот конкурс, он... особенный и для участников, и для организаторов, потому что очень известные, выдающиеся исполнители и преподаватели принимают участие. Это доценты, профессора, лауреаты международных конкурсов, поэтому жюри очень представительное. И в этом году уже конкурс претендует на звание всеукраинского по количеству областей. В этом году принимает участие 10 областей в этом конкурсе. И он проходит в два тура. Предварительное прослушивание было по видеозаписям, присланным на адрес оргкомитета. И вот сейчас уже второй тур, который уже и определит победителей и лауреата в конкурсе. Пані Таллю, все ж таки ви автор і цієї ідеї, автор цього конкурсу. А як взагалі із цими трансформаціями? Тому що все ж таки думалося як фестиваль, а тепер вже як конкурс. І як все ж таки за цей час змінився фестиваль? Тому що своє дітище, воно ж таке дороге, з ним весь час спостерігаєш. Так. Ви знаєте, на протяжении цих 8 лет конкурс розширився. И, конечно, очень много участников из многих областей Украины, для которых мы стараемся создать не только конкурсное прослушивание, но и какую-то культурную программу, культурно-ознакомительную. Потому что наш город, он тоже очень интересен, есть очень красивые места и исторические какие-то музеи, достопримечательности. Да. Поэтому мы включаем в этом году экскурсию, музей. И будут наши прослушивания проходить в центре города, который тоже интересен и старинными зданиями, и... просто облик нашого центру. Вот. Я так розумію, що все ж таки з областей приїдуть інших, тому буде цікаво все ж таки дізнатися про місто Миколаїв. А цей фестиваль є не лише перевіркою того, який рівень творчості, але все ж таки знайомство із Миколаївом, якось туристичним якимось центром, куди можна приїхати і відпочити. Хотіли б зараз запропонувати невеличке відео, такий нон-стоп, щоб показати колорити і кількість інструментів, на яких грають виконавці. А це відео з архіву 2014 року. Тож давайте, друзі, подивимося, після цього повернемось, продовжимо розмову. Thank you.
музика, яке це справді диво, вона підносить в сині небеса. Ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. Шановні друзі, ми повертаємося. Нагадуємо, що спілкуємося із організаторами, авторами ось такого прекрасного конкурсу, як «Золота струна». Ви зараз побачили маємо фрагменти. А хотілося прокоментувати, щоб ви прокоментували, хто ж все ж таки буде, хто буде брати участь. В концерті відкриття приймають участь члени журі, щоб люди бачили, що... Хто їх оцінює? Дійсно, так. Ті, хто оцінює, вони дійсно майстри свого діла. Поэтому это и Владимир Доценко из Харькова, Наталья Костенко, это преподаватели из Харькова, заслуженные деятели, и Александр Олейник из Одессы, он уже представлял Одессу в предыдущих конкурсах. Ну и его авторитетное, да, мнение всегда имеет значение. Ну вот сейчас он будет участвовать. Также ансамбль «Млада», бандур, это ансамбль бандуристов Одесской консерватории. То есть, ну, очень серьезные исполнители. Да, поэтому открытие будет очень интересным. И в течение конкурса будет также проходить мастер-класс домристки и их концерт. Вот гитара и домра, будет очень интересная программа. Поэтому, кто по какой-то причине не попадет на открытие, можете посетить сольный концерт этих исполнителей. И в этот же день будет проводить мастер-класс Павел Финюк, профессор Киевской академии, музыкальной академии. А на следующий день состоится концерт Владимира Мурзы. Это, можно сказать... Відчуваю себе якоюсь установкою для сетілайту. Да, это лучший баянист юга Украины, один из лучших баянистов Украины в целом. Очень интересный исполнитель, всегда его концерты привлекают большое внимание, потому что особая манера исполнения, специфическая программа, то есть всегда интересно слушать его исполнение. Поэтому добро пожаловать. Этот концерт пройдет в ДК УВД, поэтому приглашаем всех желающих послушать виртуоза-баяниста. Ну, тож, як і бачимо, дійсно насичена програма. Хотілося б запитати все ж таки з приводу підведення підсумків, які будуть номінації, скільки буде переможців, тому що чи є якісь ліміти? У нас кілька номінацій. Три конкретні. Оркестри приймають участь, ансамблі і солісти.
Это основные такие номинации. Но есть еще много категорий, потому что участвуют по школы, возрастам. Да, угу. По возрастам, музыкальные школы, колледжи, культуры, училища музыкальные и далее академии музыкальные, університети. То есть это все идет отдельными категоріями, чтобы... Ну і це приємно, тому що дійсно в іноді в конкурсах буває таке, колись в одному, в одній номінації все ж таки і професіонали, і люди, які ще менше займаються часу, тому це приємно, що все ж таки кожен буде оцінений з конкурентами на рівні. Ну, всього виходить 26 перших місць, якщо люди 26 номінацій. Достойно будуть виступати, так. Да. Ну і плюс гран-при. Угу. Лучші будуть відмічені. Вони будуть нагороджені лише грамотами, чи, можливо, будуть якісь призи? Ні, є спеціальний вже символ конкурсу, який ежегодно вручається победителям вместе з грамотами. Поэтому это уже стало визитной карточкой конкурса. Угу. Вот и такие статуэточки символические, они тоже вручаются как память. Угу. Ну що ж, я думаю, ми дякуємо нашим гостям. Так, нашим гостям. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях були Наталія Жива, автор проєкту фестивалю конкурсу «Золота струна», та Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії. Дякуємо за те, що сьогодні завітали саме до нашої студії, проанонсували. А ми будемо чекати ще в гості, тому що... Вже з переможцями теж розповісти про те, як все пройшло. Обов'язково. Дякуємо вам. А, друзі, ну що ж, не втрачайте можливості відпочити в гарній атмосфері, з гарними людьми, з гарними творчими людьми.